У Меган Маркл и принца Гарри очень жесткие графики. Герцогу и герцогине Сассекским постоянно надо присутствовать на различных мероприятиях, что уже само по себе утомительно, тем более с учетом беременности экс-актрисы. К этому добавляются еще и хлопоты, связанные с переездом из Кенсингтонского дворца в Фрогмор. Забота обо всех будничных, но жизненно необходимых вещах, начиная от передвижения, координации королевских туров, подготовки одежды и так далее, ложится на королевский персонал. Меган очень ценит усилия своих работников и не упускает случая поблагодарить их. Недавно стало известно о подарке герцогини для караульных Кенсингтонского дворца. Когда ее спросили о коробках, стоящих вдоль стены в Ноттингемском коттедже, Маркл объяснила, что в них находятся обогреватели для рук. «Каждый раз, когда на улице холодает, я отношу их на сторожевые посты. Караульные стоят на дежурстве, и я не хочу, чтобы парни мерзли», — цитирует герцогиня Читшетт.